Друзья, ну что же, мы находимся в ОАЭ. Это Дубай. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается с этого места. Мы здесь не случайно, потому что именно здесь будет проходить матч между сборной командой Арабских Эмиратов и командой Умеда. Умед сейчас создал свою команду, называется Умед Гебао. И вот они вместе сегодня буквально через 5 часов мы пойдем на стадион, и здесь произойдет битва этих двух великих команд. Поэтому я, как брат Умеда, я пойду первым и займу. Нас собралось около 10 тысяч зрителей, и мы, надеюсь, мы сможем поддержать эту нашу команду, команду Умеда, Умеда Гебао, и все-таки победа будет за нами. Сейчас пока команда Умеда Гебао вот в этом здании занимается тренировкой, подготовкой к матчу. Я думаю, все будет здорово, дорогие друзья. Это был Парвиз Назаров с репортажем из ОАЕ. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас я вынужден вас покинуть, потому что мы срочно торопимся на пресс-конференцию.